В Морском государственном университете имени адмирала Невельского в самом разгаре соревнования по профмастерству мирового класса World Skills. Накануне, в день открытия турнира, курсанты и студенты продемонстрировали свои знания и умения в таких областях, как судовождение, судомеханика, а также эксплуатация судовых энергетических установок. Сегодня World Skills проходит по компетенции «Безопасность жизнедеятельности на судне». Первый пункт – потушить пожар на корабле. Вернее, показать, как надо это делать, если беда приключится там, в открытом море. Моряки-огнеборцы и одновременно участники профсоревнований справляются со всеми испытаниями в командах по 3 человека. В какой-то момент инструктор усложняет задачу. Группа вооружена дыхательными аппаратами, и на ощупь необходимо найти задыхающего человека. Курсанты выносят жертву из пламени и с удовольствием снимают маски, чтобы вдохнуть чистого воздуха и набраться сил перед следующими испытаниями. Впереди медицинская станция. Вот этот манекен в течение дня был главной жертвой. Не то травм, которые у него по легенде есть, не то самих курсантов. Задача ребят – определить эту травму, степень тяжести и какие, собственно говоря, должны быть применены к нему меры для того, чтобы устранить эту травму. Снова команда, и бравые парни бегут спасать жертву. Интересный момент. По правилам ребята должны вслух спрашивать у манекена о его состоянии, а отвечают им инструкторы. Так они должны узнать о характере телесных повреждений и принять соответствующие меры. Конкретно у этого несчастного внутренний перелом бедра. Поняв, что болит нога, курсанты накладывают шины и осторожно несут бедолагу прочь. Будущие моряки Влад, Павел и Дмитрий так вошли в роль, что даже осторожно придерживают ему голову. И уже после спасения интересуются у манекена, как он себя чувствует. Нужно общаться с пострадавшим, потому что у него шоковая ситуация, и он будет чувствовать себя более комфортнее. Он будет осознавать, что с ним общаются, что он еще жив. Финальный этап соревнований проходит здесь, в бассейне МГУ. Курсанты должны с точностью сымитировать крушение в море. А точнее, воспроизвести свои действия при спасении с тонущего корабля. Цель – попасть в красный плот. Опять же, команда из 3 человек. Трудность в том, что по условиям один должен быть без сознания. Двое аккуратно затаскивают товарища в плот и гребут к берегу. В конце они должны эвакуироваться с помощью тросов и карабинов. По легенде, за ними прилетел вертолет. Победителей и главных героев экшена по версии World Skills определят в конце недели. Евгений Черемухин, Сергей Тулатиев. Новости на 8.